Итак, короче, всем привет. И сегодня у нас будет обзор вот такого вот чемоданчика. Это, если кто-то еще не понял, хотя мне кажется, те, кто начали смотреть это видео, должны были понять. Это, короче, патефон дружба, ну, уже после, наверное, военного, скорее всего, времени. Давайте-ка мы его распакуем. Так, но сначала я хочу вам сказать то, что он в довольно-таки хорошем состоянии. Единственное, что меня смущало, так это то, что тут ручка такая. И моя прабабушка, когда увидела это, сказала: «Ой, вот у меня был патефон красивый в 30-х годах». Вот что она сказала. И решила, и сказала: «Вот, дедушка бы все сейчас починил». Короче, вот она так звала. Короче. Она посчитала то, что так замотана вот изолентой будет намного лучше, чем оборвана смотреться. Так что, короче, она замотала изолентой. Дальше. Вот тут такие вот иголочки. Это вот моя это мой экспериментальный рупор. Или что хотите. Если вы хотите, я вам покажу, что это за экспериментальный рупор. Так. Вот такое. Открывашка и вот такая дырка для, это, как его, для типа, ключа, ну как ключа, для специальной, ну, для ручки, короче, патефон. Ну что ж, я сейчас его открою. Короче, вот такая вот у нас красотища. Такая вот красотулечка. Такой вот диск. Внутри как все выглядит. Внутри все выглядит отлично. Угу. Мы его недавно смазывали. Так, ну ладно, я его сейчас соберу обратно. Собрал. Так, ну что же, если вы, наверное, скорее всего пришли то, чтобы услышать наш патефон, ну я это и сделаю. Так, кстати, вот эти гайки я, наверное, буду в каком-то следующих видео менять, потому что они все уже заржавели, хотя в принципе еще они неплохо держатся, так что, может быть, даже и менять не буду. Короче, давайте-ка я его включу. У меня с пластинками проблема. Смотрите, короче, у меня одна пластинка поломана. Вот она. Она поломана. Ее сломала моя младшая сестра. Если я вам потом покажу, типа, как звучат вот эти две пластинки. Ну что же, я сейчас покажу. Блин, я вот жалею, что мы выкинули вот эту часть, потому что у меня появился кривой пистолет, и я мог бы починить пластинку, но она хотя бы как-то вот звучала. А так вот этот вот кусок уже не прочитать. Хотя на самом деле у меня вот есть второй YouTube-канал, это Русский Нубик. Там заходите на него, короче, у него есть второй, там и самое первое видео, это как раз-таки вот прочтение этой пластинки. Можете посмотреть что. Но, а мы будем читать самую мою любимую. Потому что она меньше, наверное, всего загажена. Вот такую вот пластиночку. Если вы, кстати, хотите вот про механизм, вот эти вот больше про рычаги всякие, я вам расскажу. Так, ладно, эти пластиночки мы убираем. Там написано «Ленинградский патефон». Вот. Вот так вот. Блин, ничего не видно. У ленинградский патефон дружба. Ну что же. Вот тут вот. Это скорость. Так. Рус. Советский патефон. Не какой-то там американский. Автостоп. И включить-выключить. Так, у меня он
рабочем состоянии, так что давайте-ка мы его сейчас включим. Ну что же, прослушав, я буду недолго его, ненадолго включу. Включаем эту пластинку. Так, это «Золотые горы». На среднюю скорость и так. Осторожненько на самый край. Ой, слезли. Ну, началось, конечно же. Да, началось, блин. Потом будем поправлять все это дело. А что же такое-то? Блин, я не на конца натяну. А что ж такое, блин? Я не понимаю просто. Это же нормально, блин. Пойду вот. Это нет. Это останавливается. Это лучше подкрутить. Ну, короче, понятно, как он, в принципе, играет. Полностью эту пластинку я не буду включать. Потом, если вы хотите, я сделаю, короче, видеоролик по всем этим по этим двум пластинкам. Вот это можете посмотреть. Единственный ролик на моем канале, короче. Русский нубик. Если вы хотите меня поддержать тот канал, то заходите, подписывайтесь. Так, ну, а тут я пока поставлю, чтобы раскручивалась пружина. Потом, короче, починим. В следующей серии, чтобы он нормально играл на всех скоростях. Что-то такое, блин. Что ж такое? Короче, починю его, чтобы он играл на всех скоростях нормально. Настрою. Ну что же, это видео выйдет, наверное, может, скорее всего, даже сегодня, так что всем пока!